Здравствуйте, друзья! В преддверии Нового года, а сегодня 30 декабря, в преддверии Нового года люди дарят подарки друг другу. Я думаю, что я вас не удивлю, если это скажу. И, наверное, вы не удивитесь, если я вам скажу, что нам присылают со всего мира самые разные подарки. И, в частности, вот с учетом моей, так сказать, заинтересованности в головных уборах, которые мы используем в наших трансляциях, я... когда видео снимаю, интервью всякие. У меня даже такой лозунг есть, что каждому, кто к нам приходит, значит, на канал, по шапке. Вот у нас есть разные шапки, у нас их очень много. Я сейчас там на стене сделал такие гвоздики и повесил, потому что невозможно. Все ящики забиты. Ой, страшное дело. Значит, ну и вот я специально подготовился, маечку такую, значит, вот простенькую, чтобы показать вам очередной головной убор, который приехал к нам из Японии, друзья, из Японии. Женщина Татьяна, которая 3 года смотрит наш канал, прислала из Японии головной убор. Ну, что тут сказать? Давайте я отвечу на телефонный звонок. Сейчас, секунду. Портнов Computer School, Майкл speaking. Вот так, друзья, придешь, понимаешь, это самое, в праздничный день, да, они все звонят и звонят. А у меня же к вам головной убор, правильно? Ну, я прям все при вас сделаю. Ну, дайте очки сниму, чтобы не мешали одевать. Кем я только не был, но ниндзей не был никогда. Опа-на! Единственное, что говорить неудобно. Но вы меня услышите. Тут еще хвостики есть. И так надо завязать, видимо. Как-то там была инструкция с картинкой, знаете. Вот, я надеюсь, что я такой хороший ниндзя. Может быть, надо было вот так накрест завязать. Я не помню точно. Ну, в общем, вот так. Так и хочется сказать, ну шо, ниндзю, бачили? Вот тоже я ниндзя. Да, нет, но все-таки говорить сложно. Друзья, подписчицы и зрителю Татьяне из Японии, которая говорит, может, я вас еще и поучусь когда-нибудь, я даже не знаю. В общем, Татьяна, приезжайте, я вам тоже какой-нибудь головной убор подарю на выбор. Вот я скажу, вот у нас сколько головных уборов, пожалуйста, вот выбирайте любой. И вот сядем мы. Ну, единственное, что в этом трудно вести разговор, но можно пугать людей. Вот я считаю, что тут еще какие-то ушки. Давайте я наклоню, может быть. Это лучше, чем лысина, между прочим. Вот. Показать ушки лучше, чем лысину. Вот, может, я так повернусь даже там как-то вот. Вы видите, что? Человек с ушками. Мне к этому делу еще самурайский меч или этот. Можно с бутылкой. Да, знаете, я привык там какую-нибудь большую бутылку взять в Коско, так вот, встать и с бутылкой. Ну, знаете что? У меня есть маленький меч. У меня есть маленький меч. Мы с его помощью открываем конверты. Вот. Вот я такой ниндзя. Меченосец. Вот так блестит. Все, друзья. Татьяне привет. Нашим зрителям привет. Не воспринимайте это как попытку получить больше подарков. Нам хватает. Нам больше того, нам даже класть некуда. Если уже так честно сказать. Вот. Но все равно мы каждый раз рады вниманию. Тем более из экзотических стран. Знаете, в Японии наших немного. Смотрю, там по улице какие-то люди идут. Похожи на наших студентов. Вот. В общем, друзья, от ниндзи Силиконовой долины пламенный новогодний привет. Счастливо!